Президент Евгений Шевчук сегодня прибыл в немецкий город Роттер-Эггерн. Здесь пройдет организованная миссия ОБСЕ конференция по укреплению мирдоверия в процессе молдо-приднестровского урегулирования. Она продлится 3 дня. В ее работе примут участие представители Приднестровья, Молдовы, России, Украины и ОБСЕ, а также наблюдатели от Евросоюза и США. В рамках конференции будут озвучены итоги работы экспертных групп Приднестровья и Молдовы. Кроме того, планируется, что уже сегодня пройдет встреча президента Приднестровья Евгения Шевчука и премьер-министра Республики Молдова Владимира Филата. Известно, что в ней также будут участвовать министр иностранных дел ПМР Нина Штанский и молдавский вице-премьер Евгений Карпов. Как уже ранее подчеркивали в Тирасполе, отчетная конференция ОБСЕ должна стать дополнительной площадкой для выражения четкой позиции Приднестровья в вопросах, направленных на решение проблем в социально-экономической сфере. Напомним, что подобные конференции проходили и ранее, в 2010 году в городе Гармиш-Партенкирхен и в 2011 году в Бад-Рейхенхалле.